Что я купил на свою первую зарплату? Я уже придумал, что куплю на эти деньги. Надеюсь, у меня их хватит. Ты уже сюда залезла? Из этого можно сделать вывод, что Шустрику не надо покупать дорогой корм. Ребят, я купил. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ухабибульная Миля. И добро пожаловать в новый влог. Ребята, полгода назад я снимал видео о моей первой зарплате. На самом деле я снимал это видео чисто для себя, на память, но сейчас там уже около 70 просмотров и лайков очень много. Кстати, кто еще не смотрел, ссылка в описании. Кстати, вы видели, как вот это видео называется? Что я купил на свою первую зарплату? И знаете, что я купил? Ничего! Вот эти деньги... Но сегодня я это сделаю. А, точно, забавный факт. Как я и говорил, эти деньги у меня просто лежали, но пару месяцев назад, я их вообще не видел, они у меня просто где-то лежали, я думал, ну, где-нибудь там на полке, да, вообще даже забыл про них. А потом, вот недавно я такой думаю, надо посмотреть, что-то я забыл вообще про них, надо бы что-нибудь купить. Смотрю такой, и я их потерял. Просто искал везде, а они оказались у меня в шкатулке. Точнее, я знал, что они в шкатулке, но они у меня оттуда выпали, когда я доставал эту шкатулку. И они просто у меня выпали на эту полку, и там лежали. И все, я недавно только их нашел. Вот так. Я уже придумал, что куплю на эти деньги. Надеюсь, у меня их хватит. Ну, а свои догадки вы можете писать в комментариях. Может, кто-то угадает, что я куплю. Ну, а сейчас я обращаюсь к Ютубу. Ютуб, не отключай, пожалуйста, комментарии. Я их уже задолбался открывать. Пожалуйста, не отключай их. Ну все, короче, я собрался. Теперь можно ехать в магазин. Ну, а вы пока посмотрите на Шустрика. Кстати, она у меня в гостях, так что посмотрите. Ну, а я погнал. Вот такой гость у меня. Шустрик. Ты что, спать хочешь? Короче, ребят, знаете, в чем прикол? Вот тут Шустрик, да, лежит. А здесь спит хомяк. Если вы хотите, чтобы я снял ролик про Бусю и Шустрика, то ставьте лайк. Давайте соберем много лайков, тогда, возможно, я сниму такое видео. Я только с подписчиками поговорил, а ты уже сюда залезла? Да, Шустрик всегда находит самые классные места, чтобы спрятаться. Ну ладно, а вы пока посмотрите, как я ездил в магазин. Короче, ребят, я купил. Кстати, судя по комментариям ролика, где я покупал Шустрику самые дорогие корма, я понял, что вы ждали оценку от Шустрика. Точнее, вы ждали, что Шустрик попробует еду. Но, к сожалению, я этого не заснял. Ну, поэтому сейчас я вам расскажу, оценила ли Шустрик эти корма
или нет. Кстати, если вы еще не смотрели ролик про то, как я покупал Шустрику самый дорогой корм, то ссылка в описании, посмотрите. Первым делом она съела корм стоимостью 109 рублей. Да, он самый дорогой, и в принципе он ей очень даже понравился. Она с аппетитом так поела. Потом мы открыли пакетик за 78 рублей. Ну, он средний. Она его совсем немножко поела, прям вот совсем чуть-чуть. Ну и пришлось отдать курам. Ну, хоть куры поели. Не, ну вы прикиньте, да? Пакетик жидкого корма из Италии за 78 рублей, и она его не съела. Ну и последним делом она съела российский корм стоимостью 46 рублей. В принципе, она начала как-то нормально, потом она почему-то перестала его есть, ну и потом съела. Короче, из этого можно сделать вывод, что Шустрику не надо покупать дорогой корм. Ну а вы посмотрите, что же я все-таки купил. Фух, ребят, ну что, я приехал. Ну а вы готовы увидеть, что я купил? Так, ну я думаю, вы уже догадались, что это, потому что пакет просвечивает. Ну что, открываем? И та-дам! Это набор для настольного тенниса. Я думаю, вы уже хотите узнать цену этих ракеток и этих прекрасных мячиков. Цена указана на товаре и... хопа! 399 рублей. Да, мне пришлось добавить еще 49 рублей, но все равно я очень рад. А сейчас я обращаюсь к моей сестре. Алина, помнишь, как мы хотели сделать из этого стола настоящий настольный теннис? То есть купить вот такие ракетки с мячиками и натянуть сетку посередине и играть вот такой настольный теннис. Так вот, я эту мечту осуществил. Ну, только надо еще сетку купить. Да. Не, ну вы прикиньте, да? Это такое чувство, что ты сам съездил и купил на свои честно заработанные деньги. А сейчас будет небольшая реклама, а потом я распакую этот набор для настольного тенниса. Друзья, помните, я вам говорил, что могу монтировать абсолютно любое поздравительное видео? Например, если вы хотите сделать приятное близкому человеку. Так вот, теперь вы можете у меня заказывать монтаж абсолютно любого ролика. Будь это развлекательное видео или влог. Поэтому, кому нужен хороший монтаж, еще раз напоминаю, любого видео, пишите в мой инстаграм, вот он. И тогда я с вами спешусь, и мы все разберем, что да как. Ну что, давайте наконец-то распакуем этот чудо-набор. Опа, это что так просто? Ай, ай, укатились шарики. Слушайте, они такие легкие. Так, мощные ракетки. Еще два шарика. Всего их 4, так. Две ракетки. Позитивной ноте я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока.